Соседка прибежала, говорит, ваши сейчас, говорит, передавали, говорит, это нотабене, и говорит, это кодочки там, говорит, ой, как я обрадовалась, как я схватила и обнимать. А после еще несколько знакомых приходили, поздравляли. Приезжал Владимир, который на время стал опекуном для зверья Тамара Давыдовна, не досчиталась коз в понедельник. Как обычно, увела их пасти за дамбу, в обед ушла домой чай попить, вернулась, а козлиное семейство пропало. Искать пробовали, но неудачно. Если бы не телевидение, пропали бы рогатые. Маленькую Лену Тамара Давыдовна сама выкармливала с бутылочки. Когда козы пропали, даже плакала. Сегодня сын пригнал их. Странно, что животные так далеко ушли, почти 5 километров. Разводит бабушка только ангорскую породу ради шерсти. Ну, что таких коз терять? Они же дорогие. Пух у них хороший. А я вижу, приду. Сейчас бабушка боится пасти коз. Вдруг опять сбегут, а желающих приютить много. Только в нотабене обратилось несколько человек. Тамара Давыдовна не прочь продать козликов, хоть и жалко. До года уже не те, тяжело.